буду показывать сегодня, какой купила на матрасник, на матрас. Может быть, кто-то тоже ищет. Я вообще давно искала, мне нужно было вот под свой размер 160 на 200 и дополнитель бамбуковое волокно. Такой вот чисто белый цвет, но хотелось более какой-то нейтральный, но не было, нету вообще, много раз уже смотрела. Вот так выглядит. И я сейчас его постелю на кровать и потом покажу. Потому что матрасы, почему я купила, всегда покрытие какое-то скользящее у матрасов. Не знаю, может сейчас они другие. Чисто белые. И вот с такими резинками. В общем, я сейчас все сделаю и покажу. Еще вот такие баночки приобрела. Уж заодно. Это я покупала в посудоцентре у нас магазин. Посуда там, текстиль, все продается. Для чая, чайная церемония, железные баночки удобные. Одну такую вот на сколько важно, на сколько граммов. Ну, не важно, поменьше. Вот это, по-моему, на литр. Вот такие. Под чай. Под зеленый и под черный. На матрасник постелю и покажу, и заодно померяю размеры. По размеру подходит. Я уже с той стороны закрепила. И просто вам показываю, что вот это вот матрас очень скользкий. С этой стороны, если поближе, вот качество вот такое показываю, кому нужно будет. Не шершавая, какая-то белая такая вот непонятная. Но не будет уже ерзать по матрасу. И лента. Димыч, закрепляется вот сюда. Очень хорошо. Высота матраса, по-моему, 18 сантиметров у меня, я измеряла. Так, и с этой стороны тоже. С четырех сторон вот эти вот резинки закрепляются. Вот видите, идеально на размер подходит. От и до. Ничего не свисает. И здесь вот так вот плотненько все идет. Мягкая ткань. Ну, белоснежный, конечно. Конечно, для вас, господин хороший. Вот такой на матрасник. Как в использовании, ну, я думаю, просто не постелить. Проверить надо, как она не будет. Думаю, что не будет ерзать. У меня была махровая простынь большая на эту кровать, но уже резинка по мере использования вся уже как бы износилась. И старая простынь. Матрасник я и купила. Вот такая штука хорошая. Цена этого на матрасника 1400 там с хвостиком. Еще я видела такие, если у кого есть магазин Ашан, тоже там такие продаются матрасы. Можете посмотреть, кому нужно, повторяюсь. Хочется еще мне добавить про на матрасник. Значит, прошел он трехдневный срок испытания. Покупкой довольна. Все мои ожидания он оправдал. Добавляю, что вот здесь вот на центральной обложке не написано, как стирать. Только написано долговечность, легкость в уходе, гигроскопичность, воздухопроницаемость, терморегуляция растительных волокон. Это все, что здесь указано. Нашла этикеточку вот здесь. Вот. Немножко сниму. Сразу показать вам на глаза. Не сделала сразу. Вот видите, кверх ногами. Значит, наполнитель 60 бамбук, 40 полиэфирное волокно. Стирка, в общем, в машинке запрещено 30 градусов, только вручную стирку. Ну, скажу вам. У меня одеяло тоже из бамбукового волокна, но я стираю в машинке 30-40 градусов, деликатная стирка. Чудесно. Так что здесь можно стирать в машинке просто на деликатной стирке. И скажу, что он совершенно не двигается, простынь по нему не скользит. Я вообще по ночам сплю, верчусь как юла. И всегда вот простынь либо сворачивается, и вот так приходилось за ночь несколько раз вот так сдергивать, поправлять. Здесь же вообще не бровится. Все лежит идеально. Поэтому очень-очень довольна. Сам он плотно прилегает, повторяюсь, никуда не двигается, прекрасно. Ну, я думаю, что стирать я буду еще не скоро. Как постираю, я скажу. А сейчас переходим к так называемой чайной церемонии. Раз я показывала, какие баночки купила под чай, покажу теперь, как я их использую. Открываем чайный шкафчик. Вот, где они у меня стоят. Я уже заполнила чаем. Здесь у меня черный чай. Черный чай для гостей. Пью сама зеленый чай и кофе. Кофе я много пью, а зеленый я просто люблю. Я его обожаю.
Вот это у меня сушеная мята. Собирала сама и сушила. Просто уже заодно покажу мой шкаф чайный. Хотя показывала, когда делала обзор. Нравится российский порошок какао. Такой аж 5 пачек. Потому что я каждую неделю практически делаю шоколадные вот эти тортики быстрые мультиварки. Вот это у меня, конечно, не очень красиво. Сахар стоит. У меня была сахарница, убрала ее. Не нравится мне. Нужно вот такую. Видите, места мало. Что-то вот такое мне не попадается. Длинненькое, чтобы вошло сахар. Это вот под соль такая большая солонка. Вот как-то так здесь распределилась. Как завариваю чай? Зеленый чай с жасмином. 3 чайные ложки я кладу. Даже 4 вот так. Я люблю насыщенный. Потом мяту немного. Если есть лимон, добавляю лимон. Лимон закончился. Любой цитрус, апельсин в данном случае, тоже беру вот так, нарезаю. Вот где-то вот такие половинки. Я вместе с кожурой, естественно, помытый. 3 заброшу. И теперь у меня незаменимый продукт. Это имбирь. Вот кусочек маленький остался, был большой. Уже надо купить. Я думаю, все знаете о пользе имбиря. Я его применяю и внутренне, и наружно. Вот так я его нарезаю, даже еще побольше сделаю в чай. Можно потереть. Из имбиря делают настои всякие, но я не делаю настои. Это очень полезно, конечно. В чай быстро вот так раз-раз нарезала, забросила. Закипятила, постоял, может быть, минутки 2. Не крутым кипятком заливаю. И все, полный заварник наливаю чая. И будет чудесный, полезный чай. Закрываю каким-нибудь полотенчиком, чтобы он настоялся. Постоял даже меньше минутки, хватит. И вот так я наливаю, ну, где-то полстакана, либо стакан, смотря какие стаканы. И заливаю сюда опять. Тоже, ой, аромат идет вообще сразу такой. Еще раз постоит, ну тоже меньше минутки. И вот так вот делаю 3 раза, сливаю. Для чего это делается? Тогда чай, он быстрее заваривается и получается более таким ароматным и насыщенным. Ну как, правильно, если заваривать чай, это, конечно, целая церемония, его подогревают как-то и все. А вот так вот получается очень такой ароматный. Точно так же можно делать и с черным чаем. Когда гости пришли, нужно быстренько заварить свежий чай. Завариваете 2-3 раза вот так вот сливаете быстро, и он получается насыщенным и очень вкусным. Вот такая информация. До новых встреч. Пока-пока.